Одна сестра месяц назад родила. Племянница родила у меня неделю назад, поэтому я здесь и детворы просто куча. Про бару нельзя, спроси у барышу. Могу познакомить с ним. Поэтому такие. Самый близкий. Да, ну, все близкие. Ну, самый близкий это Никита Лина, конечно. Не знаю, там. Пупины близкие стали. Захарьяш, Ромашот. Все ребята, которые там есть, особенно из стареньких. Стоят, тем более. И нет, женат не был, но все равно без стухло. Вот. From Ukraine. Так, с проекта или нет? Стоять ушла давным-давно. Она вон позади в истории, у меня там жизнь кипит просто. Она там что-то сумки откуда забирает. Я же говорю, она должна была въехать в Днепр, но что-то у меня не получилось. Поэтому я надеюсь, что как раз Юлька приедет, и Стэц заедет, и будет там весело. Да, женат. Была такая история, короче, кольцо нашел вот вместе с крестиком. Только приехал, короче, в Днепр, думаю, да, а я кольцо вообще не носил на острове практически. Думаю, да, я надену. Надел, потом что-то ночью лежу, то что втыкаю, короче, там, ну, короче, туплю, что-то мысли гоняю, потом смотрю, а, за кольцо понял, а кольца нет. Ушла с проекта, кстати. Все, понял, начинаю все искать, короче, кольца нет. Все, иду, еще думаю, все, провтыкал, короче, кольцо. Все как обычно. Думаю, как Юльке сказать? Типа, приехал, короче, домой, потерял кольцо, тоже интересно. Нашел ювелира, уже пообщался, думаю, сделаю точно такое же, короче, и не скажу, короче, втихаря все сделать хотел. И то, что еду случайно, и открываю, и то, что мелочь тарахтит, открываю, и там колечко лежит. Я думаю, вот они хорошие. И все. Вот такая история непонятная, интересная. Такие дела. Ладно, ребята, короче, я буду дальше мыть жопу, ложиться, попробовать спать. Если не получится, пойду, наверное, дальше куда-то. Поэтому хорошей жизни желаю вам и всего остального. Там детей побольше, не знаю, там зарплату побольше. Да, все, обнял, приподнял, все целую. Комментарий, задержка какая-то тут идет. Комментарий я уже ваши не увижу.